победой вас. Недооцениваете. Я не только стоял, танцевал. А между прочим, я вчера говорил с Алексеем Николаевичем, с Андроповым, по-моему, еще с кем-то. Не вредно было бы за эти... Они 2 года боролись за это. Наградить бы их. А? Пока что мы не можем об этом говорить. Будет политбюро, комитет, поговорим с комитетом физкультуры. Одному Ленину, другому там знак почета, третьему медали. Одним словом, это уже техника, если поддерживаете все. Я не знал, что я так бедно живу. Я Ергазе говорю и Кузнецову. Я говорю, заседанием чай там или кофе. Нет, у нас не дают. Перерыв будет. После заседания. Говорит, вот. Я говорю, ну так мне хоть дай. Где можно? Председатель, где можно? Да, мне вот и дай. А вы уж как угодно. Хорошо у вас, ибо работы у вас мало, почти нет. У меня вчера готовился к сегодня. Сегодня надо готовиться, завтра встречать этого... Мексиканца. Он приедет, будь уверен. Вот. Так что работёшка такая. Ну, начнём по порядку, товарищи.